И всех приветствую с вами канал, с вами я, Сальтуха. Сегодня мы поиграем такую игрушку по своему Dungeon Nightmare. Давайте начнем. Старт, ночь первая. Дабука, чтобы... А, понятно, что бежать, окей. Тут нужно бегать, это мне не очень нравится. Это не очень прикольно. Ночь первая, не знаю, что она... Что мы сделали? Я что-то съел! Что это? Что я открываю? Что это? А, прикольно. Я свечку. Что это свечка? А, понял. Окейушки. Прикольненько. Мне нравится. Что-то медленно. Сука! Окей, 40 секунд пошел, значит, материться можно. Хорошо. Так. А как бегать? О, понял, все. Скелетон, я знаю, я вроде смотрел несколько... запоминаю вот этого дебила, он просто, если на него не смотреть, то он будет двигаться. Сука, что за хуйня? Мужик тоже в ахуе. Что тут вообще происходит? Нужно прибавить звук. Что-то не очень... Ёкан-лубай, что там шушит? Так. А, мужик, я чё, я к тебе вернулся? Чё, я не два над? Ну, если вернулся, ну, значит, да. А, окей, тут тупики. Херася, напряжённая игрушка. Скотина, напряжён. Короче, мы идём, не знаю куда. Зачем мы идем? Ай-яй-яй. Ох-ё. Пропустить. Что это? Я съёбываю куда-то побыстрей. Уйди. Ты не можешь... Ты чё? Какие-то артефакты не могу выбраться. В смысле? А, смешно, не могу. Пиздец, нахуй, я чуть не выкинул телефон. Нахер такая бабка. Что это, суси? Блять, бомж. Сука. Отстань от меня, бомж! Женщина какая-то страшная! У меня пот, просто 3 ручья, 7 руков, не знаю, еще не очень удобно управление бега, ты умер, боже, я ухожу. Так, сеттинг, бляха-муха. Фок эффект. Эффект лягушки. Что значит эффект лягушки? Не знаю. А, окей, со мной ничего не пошло, люди. Фу, зачем? Как страшно. Фу. Я раньше думал, что самое страшное для меня игрушка это будет Case Animatronics. Но оказывается, самая страшная игрушка... Это вот это. Фу, ёканый бабай. Я реально впервые за все время, как играет, настолько испугался. Окей, короче, будем бежать. А пацанчик понял, он может уставать. Окей. Бля, я не хочу туда идти, нет, брат. Можешь, блядь, фу, чё-то слишком много мата. Может, кстати, к этому бомжу прийти? А где он, кстати? Ну ладно. Бляха-муха, это мое отражение в экране. У, сука!
Я на тебя смотрю, бомж. Я тут заберу у тебя. Ты не против, дед? Мертвый. Так, свечку забрали мы, люди. Боимся всего. Так, окей. Так, окей, мы вот так и пробежали. Мы пробежали. Фу, бляха, муха. Даже думать не могу нормально, это слишком страшно. Ну это наоборот подогревает интерес. Ой, сой. Дед, нормально все. Конченый! Ты че упал? Нормально тебе, дед? У, сука. Зачем так от времени? Не знаю. Что это? А, это... Какая-то фигня, не знаю. Я боюсь. Я просто... Не знаю. Страшно. Так, где я вообще? А, я опять сюда пошел. Так, типа, подождите. Там кто-то что-то скрипит. Это боюсь. А, кстати, тут все-таки есть, походу. Блядь! Фу. Фу. Нет, не боюсь уже этого. Фиг. Фу-фу-фу. Слышь, Скай, как страшно. Прошло 7 минут, а я уже кирпичный салон джентльмен создал. Мне не кажется, что это к счастью. Фу-фу-фу. Не знаю, зачем я вообще в тупик захожу. Ну, чтоб если я сразу же орал, то меня сразу же убивали. Так, окей. Окей, я продвинулся. Туда нужно в тупик как-нибудь сходить. Вдруг там что-то есть. Я, короче, тут-то сделал круг. Я молодец. На упа. Ой-ой-ой, мои девочки. Найс, много. Опять это дохлый бомж какой-то. Наверное, я. Да. Я, конечно, смеюсь, но смеюсь вообще истерически, потому что звездецкой как страшно. Там кто-то ходит. Там кто-то что-то открывает. Так, где? Окей, это я взошел в тупик. Слава богу, наверное, тут никого нету. Зачем ты задул? Ты конченый? Или, типа, есть какие-то монстры, которые... агресса на хуйню эту? Окей, открываем, люди. Надеюсь, я алкашей каких-то не выпущу. Ассалам алейкум. Можно закрыть? Это можно закрыть. Все. Сидимся и отдыхаем. Нужно переотдохнуть. Это слишком морально для меня. Морально. Окей, я нашел артификат. Артификат я нашел. Так, фига себе, он где-то в сраке был. Что? Меня сейчас на китайском сукой называли, и мне показалось. Изи! Чё за лаги? Чё за свет такой уродский? Ай-яй-яй-яй. Ужасно лагает. Хз, из-за чего? Так, окей. Так-с. Где выход? Вроде вот это вот самое правое. По идее, я смогу тут размотить ее. Попробуем. Смог.
Да беги, ты конченый. Просто хотя бы иди. Для начала просто хотя бы иди, чел. Фига себе, я просто потом заливаюсь. Окей, я хотя бы поборол один свой страх. Я ее размонтил. Потому что каждый любящий себя хоррор-игрок должен хотя бы раз в жизни размонтить бомжи. Хо, сдох, ебаный лох. Ты сдохнешь? Так, я тебя не боюсь. Не знаю, почему эти бомжи время от времени умирают. Ну, она срала я на них. Потому что единственное, что я хочу сейчас, это опять сдох. Фу, блядь. В сраку вот такие вот игры, я, блядь, боюсь их, нахуй. Создатель, ты просто гений. Просто гений своего дела. Я просто тебе хочу похлопать по лицу и просто с ноги просто расстрелять. Ну ты такой молодец. Просто реально, до мурашек. Просто холодный пот. Блять, я не знаю, куда, блять, идти. Бляха-муха. Я куда-то вообще не туда иду. Не сюда вроде надо. Вроде как, да, вот сюда. Или хз. Окей, тут-то мне ничего не держит. Я не знаю, куда идти. Или вот сюда, не знаю. Я уже свечки закончились, я не могу бегать, я боюсь просто, у меня руки дрожат. Гениальный игрок, фу, блин. Создатель этой игры просто гениальный. А вот долго я ее искал, ее. Я реально не помню, куда бежать. Я же сразу же началом ее встретил. Да ты меня не боюсь. You know belong to Zen. Zern. Она контролирует их. Какие-то записки нашел. Я, блядь, куда-то вообще сбежал. Я в обратную сторону, потому что она выход вообще недалеко от спауна. Я это помню. Потому что я его довольно быстро нашел. Окей, тут-то ничего нет. Ну давайте вот сюда, вот в эти яйца зайдем. Если это чё, про яйца, я посередину, то что там. Там мне вот сюда. Так. И вроде куда. Да, и вот сюда вот. Попробуем, зайди. Сука. Вроде бы не боюсь, а боюсь и забоялся. Ваканданы. Ну, не. Не, я не помню. Это не сюда, реально. Я не помню, куда реально уже. Или вот сюда вот. Я туда реально не заходил уже. Ну, вроде там это придурочное. Я не хочу туда идти. Там это придурочное. Вроде просто первую ночь на всаку так бояться. Извините, сука.
Мужики, все нормально. Опять умер, блядь, долбоеб. Да, вроде сюда заходил. Я что-то опять спиздил. Так, давайте сюда посмотрим. Да сука, где выход? Мне что, в прошлый раз просто повезло? День первый. Я хочу пойти спать, но у меня... у меня нету идеи, где я. Свечка. Где, блядь? Короче, это слишком страшно. Я пока что закончу на этом. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь. Но если наберется очень много лайков на данный видосе, то я буду продолжать проходить ее. Ну а с вами был Сальтуха. Ебанутая мумия, которая меня сейчас трахнет в очко. Она, кстати, не слишком быстрая. Если привыкну, то она не настолько слишком страшная. Ну, для начала очень страшно мне было. Ладно, всем пока.